такую тему, как Международный уголовный суд, и на тему того, что выписаны или попытка, ожидается попытка выписать ордера на арест там, вот, Нетаньяху, там, министра обороны Израиля, вот, Международным уголовным судом. Обращение самого Нетаньяху о том, что там, Байдену с просьбой не выписывать или поддержать ту ситуацию, чтобы ордера на арест не выписывались. Ну, под полнейшей идет глупость, на мой взгляд, по данному вопросу. Мне просто интересно в этой ситуации было бы, я не знаю, я бы вел стримы, но по какой-то причине они у меня не идут. Вот.